углу только в дверях появились. У нас сегодня занятие, это не такое, как обычно. Так, я вот это напечатала, Ксюш. Потом, если нормально будет, я всем такие сделаю. Кто хочет петь, но на клеросе места не хватает. Вот здесь вот я основные песнопения, которые на литургии вам написала. Да? Немножко я. Чтобы они учились тоже подпевать, чтобы для будущей нашей клирики. Девушки. Так, вчера вы опять забыли мне напомнить. Я вам не отдала эти слова, ну вам передала. Давайте в начале занятия помолимся. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Так, Лена, бы мама вам включала, вы песни Пасхи учить начали? Да, мы включали 10.20. А вот это Иисус Христос воскрес? Не помнишь. Не помнишь? Только 10.20. Так, Ливия, помнишь мелодию «Иисус Христос воскрес»? Мне кажется. Давайте ее, чтобы сейчас немножечко повторим, но в следующий выходной уже нужно будет ее хорошо петь. Слышите? Слышите? Дробовать, слышите? Загулявы. Пусть мама вам включает, мы ее должны будем уже прям уже начинать репетировать как положено. Сейчас просто немножко мелодию. Вспомнили мелодию? Иисус Христос воскрес. Аллилуйя, аминь. Потихоньку поем, а то там молятся. Возвестил с небес, аллилуйя, аминь. Радость наша велика, славят небо и земля, славят Господа Христа, аллилуйя, аминь. Так. Слышали такую песню, нет? Нет. Ну там я вам на диске тоже давала ее послушать. Может, мама еще не нашла, не добралась. Она рядом вместе вот с этой краской. Давайте краски теперь. Да. Помните слова, нет еще? Сейчас еще можно посматривать. В следующий выходной старайтесь уже без бумажки, чтобы... До Пасхи осталось сколько у нас? Две недели. Две недели. Следующая верно. Так у нас осталось один выходной, а я почему думала два выходных. Все, тогда точно на следующий выходной уже без бумажек, чтобы на этой неделе усердно учите стихи, учите вот эти песни и может быть еще что-нибудь. Еня, ты ничего не будешь готовить, никакую сценку? Если ты не будешь готовить, надо уже сегодня начинать готовить. Очень мало осталось времени, чтобы в следующий выходной ее показала, что там, чтобы мы ее успели немножко откорректировать. Понятно? А там уже все, там больше не будет. Там уже Страстная неделя, и все, и Пасха. Остался один выходной. А я что все перепутала-то? Ну давайте кистью Творца. Кистью Творца созданы небеса. Ваня, не качайся. Небо и земля созданы его рукой. Я благодарю тебя, мой Господь, и славлю я тебя. Краски твои созданы. Почему не поете? Слов не знаете еще, да? Я знаю. Молодец. Я вижу, что ты поешь. Старайтесь. Не просто губами шевелите, чтобы еще голос исходил из вас. Чтобы слышно было. У нас братьев мало. Братьев должно быть тоже слышно. А то один Иван только поет. Тарас поет, но тихо. И Нестора не слышно.
Второй куплет. Все я отдам, что получил от тебя, мой Господь тебе, я принадлежу тебе. Я благодарю тебя, мой Господь, и славлю я тебя. Краски твои созданы из любви, и душа моя лишь живет тобой. Мне подарил этот прекрасный мир, и душа моя благодарит Господи надо мной. Ну все, учим эту неделю. И на чистовой репетируем в следующий выходной. Хорошо, Еня? Да. Пусть мама найдет. Если не найдет, пусть мне позвонит. Хорошо? Ливия, и тоже маме говори. Хотя бы раз в день включили, один раз прослушали, выключили. Это, на это уйдет минут 7. Две песни, там по 3, 3,5 минуты. Хорошо? Это будет ногами. После службы возьмете у меня вот эти бумажки и повторяйте вот этот стих из Библии. Можете кому-то тоже подарить. Кто выучил, мы его в прошлый раз учили. Кто выучил, поднимите руки. Так. Нестор выучил этот стих из Библии? Так, ну-ка скажи. Помнишь наизусть? Кто? Кто не любит? Тот? Тот не познал Бога. Потому что Бог – это есть любовь. Молодец. Чуть-чуть ошибся. Да. Потому что Бог есть любовь. Кто еще знает стих этот наизусть? Ливия. Так, Ливия, знаю. Ксюша, знаю. Так, Ефросинья. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. А место из Писания помнишь? Нет. Кто помнит место из Писания? Ксюша, ну-ка. 1 Иоанна 4:8. Правильно. 1 Иоанна 4:8. Запоминайте, кто уже большие, вы можете еще и запомнить место из Писания, откуда это взято. 1 Иоанна 4:8. Давайте хором повторим. После службы я вам дам. Можно брать по 2, кому-то еще дадите, маме, папе или еще кому-то. Но нигде не бросайте, нигде не выбрасывайте. Видите, здесь написано слово Бог. Давайте. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Вот такой новый мы с вами стих выучили, еще один, да? И место из Писания. 1 Иоанна 4:8. Вот. Есть время еще прочитать. Так, стихи из Библии, стихи на Пасху учите? У кого нет стихов? Нестор нету, мама не нашла? И Ваня, да? Я посмотрю, взяла я с собой или нет. Если что, я вам дам. Хорошо? Если нет, то ищите. Или на неделю, пусть мама, если поедет в город, я ей передам. Хорошо? Потому что последняя неделя, в следующий выходной, вы мне все расскажете свои стихи. Учитесь выражением громко, четко, не торопясь. И сейчас мы с вами почитаем. Так, о блудном сыне мы недавно с вами читали, да? Посмотри, есть ли только это? Нет, может быть, только. Я хотела вам о страшном суде прочитать, но здесь, наверное, это нету. А как еще воскресенье? А воскресенье? Угу. Так. Притча о 10 девушках. Мы с вами тоже недавно читали, но не все были, да, болели? Болелись? Таня Ильич. Однажды Иисус Христос сказал своим ученикам: «Я скоро умру,
Ну, это детский пересказ. Здесь не точно, как по Евангелию идет. Здесь детский пересказ идет. Ученики расстроились, они сидели рядом с Иисусом. Они не хотели, чтобы так произошло. И думали про себя, неужели он должен умереть? Ведь Иисусу стоит только захотеть, и никто не сможет его тронуть. Но он должен был умереть. Умереть. Почему он должен был умереть? Ефросинья. Чтобы спасти людей от греха. Правильно. Чтобы своей смертью очистить их от греха, да? Так. Потому что взрослые дети совершают много грехов в течение своей жизни. И вот все грехи, которые совершили люди, Иисус взял на себя. Он сказал, пусть я понесу наказание за все людские грехи. Но, к сожалению, не все люди благодарны Иисусу за его жертву. Многие думают, что Бог в их жизни им не нужен, что они могут прожить без Бога. Но это не так. Только тот служит Господу, кто верит, что Иисус умер за все наши грехи. Ученики же никак не могли понять, почему их учитель должен умереть. И им было очень тяжело от этого. Иисус Христос в это время был в Иерусалиме. И как и все евреи, пришли на праздник Пасхи, они должны были справить Пасху. Был накрыт стол. На столе было блюдо с пасхальным барашком, хлеб, соус, кувшин с вином. И Иисус и его 12 учеников сидели за этим столом. Ну вот здесь вот смотрите, картинка. Ну она вот смотрите, как они сидят. Вот вы видели в храме, есть икона «Тайная вечеря», там по-другому нарисовано, да? Некоторые рисуют прям стол, сидят за столом, вот так вот. Вот так, стол, и тут эти апостолы сидят и... Да, но раньше у евреев не было таких столов, вот как вот у нас сейчас. Видите, стол, скамейка. Раньше такие столы были низенькие. Видели, может быть, фильм про Иисуса, смотрели же, да? Да. И там такие столы низенькие. И как бы сидят за ними полулежа, вот так вот сидят. Ну, кто-то там как-то на бок или специальные такие подушки, но вот не за такими столами. Поэтому не совсем правильно, когда рисуют именно за такими столами. Но так как мы привыкли им понимать стол именно так, поэтому художник здесь так изобразил. Вот сидят они как за столом. Ваня, ты хотел что-то сказать? Такое много раз показывают в разных христианских фильмах. Да, как они на самом деле. Не шуршите, дайте мне листочки. Они вам сейчас не нужны, вы сейчас в храм пойдете. Дайте. Угу. Вот как. И так они и ели, да? То есть не было вот таких столов. Кто помнит, что дальше было на Тайной вечере? Может быть, вы мне сами расскажете? Так, Геннафа знает и все? Так, Ефросинья знает, Ливия. Что произошло? Какие события были на Тайной вечере? И все? Кто еще знает? Ну ладно, начнет Геннафа. Я сначала скажу, что Иисус умыл ноги своим ученикам. Потом он сказал, что я должен умереть, что кто-то один из вас предаст меня. И все стали спрашивать. Погромче говори. Все стали спрашивать, не я ли Господь. И Иуда Искариот спросил, не я ли Господь. Иисус сказал ему, что замышлял, то и делай. Иуда Искариот ушел. Так, ушел. Сначала их было со Христом на Тайной вечере 12, да? А потом Иуда ушел. Так, Ливия, что скажет дальше? Дальше Иисус разломил хлеб и раздал своим ученикам. И он сказал, это тело мое. Потом он взял чашу с вином и тоже раздал ученикам. Он сказал, это кровь моя. Потом он сказал,
мне должно умереть, и распнут меня, и в третий день я воскресну. Так, и Фросине, продолжай. И вот. Правильно, ученики все по очереди спрашивали, не я ли, не я ли. Да. Да, кто? Кто это сделает? Потом Иуда ушел. Ну это, да, ушел. Он пошел к первосвященнику, чтобы рассказать, где находится Иисус. Он уже до этого, в среду, договорился. Договорился, что он его предаст, получил 30 серебряников, да? За предательство. И? Сейчас батюшка придет. Встаньте. Очень мне нравится, как в этой книге описано, и картинки не подходят. Вы лучше рассказываете. Так. Они справляли Пасху, да? И вот то, что Ливия сказала, это что было? Преломил хлеб, раздал, вино. Это было самое первое... Причастие. Причастие. Это было самое первое причастие. Ведь сейчас причастие также делается... Хлеб и вино. Хлеб – это тело Христа, так? А вино – кровь Христа. И Христос заповедал, чтобы после Его смерти также это все и делали. И это до сих пор делается. Прошло более 2000 лет, да? 2000 лет прошло, и это все также делается, как Христос заповедал. На Тайной вечере, на первой Тайной вечере, что? А мы с тетей Галей еще беседовали прошлую субботу, разговаривали, что один, тетя Галя говорила, что один человек не поверил, что это настоящее тело и кровь, и Бог ему попустил, что он почувствовал, что это настоящее тело и кровь. Угу. Потому что он не верил, да, и Бог делал так, что он почувствовал даже... по вкусу, да, когда принял тело и кровь Христа. Так, у нас сегодня кто причащаться будет, кто ходил на исповедь, кто готовился, кто молился? Агния, Нестор, Тарас. А Тарас разве будет? Будет, да? А вчера был? Был? Был. Да, точно, был Тарас. Да, я не даже настолько вчера болела. А Лера будет? Так, Лера тоже, да? Я тоже буду. Вот сколько у нас сегодня будет причастников. Не забывайте, как к причастию подходить. Как ручки сложить. Мне надо... Нестор, ну-ка сложи, я посмотрю. Ты все время путаешь. Где правая ручка у тебя? Правая рука должна быть сверху. Правая рука сверху над левой. Вот. А теперь правую. Когда будешь подходить к причастию, сам себя вспомни, какой ты рукой пишешь. Она должна быть сверху. То есть левую под нее положил, а правую ручку сверху. Ваня, сделай, я тоже проверю у тебя. Ты тоже иногда путаешься. Правую руку сверху. Запомнили? Да, правильно. Я только не вот так, а вот. Вот так ручки делай. Как ты вот крестишься? Вот так вот. А то вот так вот распустит, кто-то так вот делает. Да, вот так. Хорошо. Правую ручку сверху, так, угу. Правую ручку сверху, так, правильно. Нет, не балуйтесь перед причастием, подходите благоговейно. Потом запиваете водичкой и кушаете хлебушек, понятно? Кто у нас там ученик еще один пришел? Профессор? Наш профессор? Маленький. Так. Надо было мне фланелограф лучше принести. Вот здесь мне не нравится, как написано. Не православная Библия. Это баптисты, кажется. Да.
или баптист, или еще кто-нибудь. Ну-ка я вот вам сейчас открою картинку. Угадаете, какое место здесь нарисовано? Художник, какое место решил изобразить? Так, не выкрикиваем, руки поднимайте. Лера, сядь. Так, кто первый был? Так, Леонида у нас не отвечала. Леонида скажет. Как ты думаешь, какое место из Нового Завета здесь художник пытался нарисовать? Так, Иван, Иван, Ваня. Вань, подожди, когда позеваешь, рот закрывай, во-первых. Это место, когда Иисус в храме разломал все места, где продавали. Христос изгоняет торгующих из храма, из храма. Если бы они на рынке стояли, он бы разве разломал им вот так? Нет. Это из храма. Обязательно поясняйте, что из храма. Так. Сейчас из Ветхого Завета. Так. Ну-ка угадайте, кто это? Сейчас я покажу. Дядя Володя. Так. Кто это и куда он, и с чем это он идет? Можно? Так. Можно? Так, Ваня уже говорил, ну давай, Ефросинья. Это Самсон, он идет с дверью. Дверь взял. А кто помнит, из какого города он взял эту дверь? Ливия. Из Иерусалима. Нет, не Иерусалима. Иерусалима не трогает. По-моему, у филистимлян его найдет. Они его хотели в плен взять, да? Он дверь взял. А он у них что? Он же был очень сильный, ему надо было домой идти, да? Он вышел, дверь снял с петель и пошел. А дверь была огромная, тяжелая. Здесь даже ее нарисовали, может быть, не такую большую. Дверь обычная. Для него это было как перышко. Так, уже запели, все. Часы закончились. Да. Давайте помолимся. Слава Господу за занятия. Тихонечко, не топаем, потихонечку идем. Братья, вперед пропускайте. Так, Ксюша. Не надо. Не будешь? Денечка, когда они поют, Юля, держи вот так, закрывай, пальчик закладывай и закрывай.